В этом видео я хочу показать новый сервис по продвижению YouTube каналов. Это сервис от команды разработчиков социальной сети Калиостро. Стартовал он 16 июля, сегодня. Сервис называется YouTuber. Этот сервис работает по ротационному принципу, по типу сервиса топ-лидер, который у нас для контакта, а этот сервис для ротации каналов на YouTube. Принцип работы этого сервиса очень простой. Грубо говоря, вы подписываетесь на 20 каналов других пользователей, встаете в ротацию, и затем на вас подписываются 20 других пользователей. То есть тем самым количество ваших подписчиков на канале увеличивается на 20. У сервиса YouTuber, на мой взгляд, есть несколько основных плюсов. Во-первых, это вы увеличиваете свою подписную базу на канале количественно, то есть количество ваших подписчиков увеличивается благодаря прохождению ротации. И качественно, то есть в числе ваших подписчиков не будет ботов, не будет случайных каналов, а будет только заинтересованная аудитория, живые подписки, живые каналы. Поскольку все участники ротации, так же как и вы, заинтересованы в том, чтобы набрать больше подписчиков на свои каналы и увеличить свою подписную базу. Второй положительный момент этого сервиса состоит в том, что через него, благодаря прохождению ротации, вы можете продвигать какие-то другие свои проекты, в которых вы участвуете. Потому что ротация здесь организована таким образом, что подписываясь на чужой канал, вы не просто тыкаете на подписаться, но вам необходимо будет просмотреть видеоролик с того канала, на который вы подписываетесь. И смотреть это видео придется не менее 60 секунд. И есть определенная вероятность того, что кто-то вашим роликом может действительно заинтересоваться, посмотреть проект, посмотреть видео до конца и уже вступить в какой-то другой ваш проект, который вы будете продвигать через этот сервис, через YouTuber. Здесь будет большое количество сетевиков, и прекрасно продвигать здесь какой-то матричный проект, какой-то MLM проект. Лично я попробую продвинуть на этом сервисе новую баунти-платформу Drop the Bomb. Посмотрим, что из этого получится. И третий, на мой взгляд, положительный момент, это то, что на этой платформе, помимо всего прочего, можно еще и зарабатывать на партнерской программе. Партнерская программа здесь 10-уровневая для тарифов сета VIP. С 1 по 8 уровень это 10% и с 9 по 10 уровень по 5%. И даже для бесплатного тарифа Free также действует партнерская программа, но она будет одноуровневая. С ваших партнеров первой линии вы будете получать по 20%. Ну а теперь вкратце хочу рассказать о тарифах, которые здесь есть. Я нажму справку. Открываем табличку с тарифами, и вот, как видите, здесь всего будет три разных тарифа. Первый тариф free, это бесплатный, не нужно платить никаких денег. Можно работать, можно продвигать свой YouTube канал и зарабатывать на одноуровневой партнерской программе в 20%. Остальные два тарифа платные. Тариф set стоит 200 рублей в месяц и тариф VIP 600 рублей в месяц. Чем отличаются эти тарифы друг от друга, кроме как по стоимости? Все расписано вот в этой табличке. Продвижение через приглашение. В каждом тарифе можно зарабатывать на партнерской программе, везде будет реферальная ссылка. Только для VIP и SET это будет 10 уровней, а для Free это будет 1 уровень в 20%. Ротацию можно проходить на любом из этих тарифов. Подписчики на автомате. Эта опция действует только для тарифа VIP. То есть подписываться на ваш канал будут в любом случае, и вам лично не нужно проходить никакой ротации. Ну а для тарифов Free и SET, соответственно, ротацию проходить надо. И также хочу сказать, что тарифы VIP и SET это более привилегированные тарифы, и им отдается приоритет в ротации. То есть, когда какой-то человек начинает проходить ротацию, на первом месте будут тарифы VIP и SET. И уже потом только будут появляться в ротации каналы с тарифом Free. То есть у этих платных тарифов есть в любом случае приоритет. Но это не значит, что на тарифе Free никто не будет на вас подписываться, это не так. Просто на первом месте будут вот эти тарифы, а потом уже будут идти тарифы Free. И также, если вы будете в этом проекте участвовать на тарифе Free, на бесплатном, то, принимая участие в ротации, вам нужно будет подписываться на 20 каналов других пользователей. А в платных тарифах вы подписываетесь на 10 чужих каналов, а на вас подписывается 20. В этом тоже есть небольшой плюс. Следующее отличие этих тарифов в том, что на тарифе, на бесплатном тарифе Free вы не можете попадать в ленту. Потом, когда я зайду в личный кабинет, вы увидите вот эту вот ленту, и в эту ленту могут попадать платные тарифы. Топ-контакт. Ну, это, скорее всего, то, что я уже сказал. Приоритет отдается в первую очередь платным тарифам. Реферальные уровни и участники в ротации тоже посмотрите здесь. Я уже, в принципе, об этом рассказал.
И теперь, что касается ротации, проходить ее лучше, вот как вот здесь написано, для тарифа free не более двух раз в сутки, и для платных тарифов не более 4 раз в сутки. И промежутки между ротациями тоже должны занимать какое-то время. Ну, как здесь написано, от 3 часов до 7 дней. Ну, я лично буду, наверное, проходить эту ротацию дважды в сутки, утром и вечером. Ну все, теперь я перейду к регистрации, покажу, как регистрироваться. Нажимаем на ссылочку, которая находится внизу в описании под данным видео. Попадаете вот на такую вот страничку. Здесь простейшая регистрация, e-mail, придумываете пароль, повторяете пароль, вводите капчу и нажимаете регистрация. После этого мы попадаем вот на такую вот страничку, на которой нужно будет выполнить шаг номер один, это привязать видео YouTube. Это позволит им определить, какой канал YouTube мы будем продвигать. Нажимаем авторизироваться. Далее вот в этом поле нужно будет вписать ссылку на ваше видео. Я укажу ссылку на видеообзор баунти платформы Drop the Bomb, который я делал недавно. Нажимаем кнопочку «Привязать видео», «Продолжить», идет подгрузка контактов. И теперь шаг 2. Нужно будет подписаться на 20 VIP-каналов YouTube. Осталось добавить 20 из 20. Нажимаем подписаться на канал. Открывается окно с видеороликом. Вот здесь вот человек рекламирует матричный проект WayUp. Необходимо посмотреть это видео не менее 60 секунд, затем поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и при желании оставить комментарий. Все, смотрим видео. В принципе, в этом ничего сложного нет. И так нужно будет проделать с 20 каналами других пользователей. После этого ротация будет вами пройдена, и уже на вас будет подписываться 20 человек. Итак, сколько мы посмотрели? 56 секунд, 57, ну все. Теперь я ставлю лайк, я подписываюсь на канал, закрываю это окно. Как видите, внизу написано «Ожидайте», идет проверка, ждем. Проверка прошла успешно, нажмите «Продолжить». Я нажимаю «Продолжить». Осталось добавить, как видите, 19 из 20 каналов. Опять подписываюсь на канал, проделываю ту же самую операцию. Просматриваю не менее 60 секунд ролик, лайк, подписка и комментарий. Итак, я сейчас поставлю видео на паузу, подпишусь на 20 каналов и потом продолжу видео. Все, я подписался на все 20 предложенных каналов, прошел ротацию. И теперь появилась вот такая вот кнопочка «Перейти в кабинет». В ходе прохождения ротации проблем никаких у меня с подписками не было. Здесь, обратите внимание, есть еще кнопочка «Заменить». Если вдруг по каким-то причинам на видео подписаться нельзя, видео было удалено пользователем, или вы просто не хотите подписываться на канал, можете нажать на кнопочку «Заменить», и вам предложат другой канал. Я этим не воспользовался, но имейте в виду, что такой функционал здесь есть. Заменить можно только 10 раз. Ну все, теперь я перехожу в свой кабинет. Слева находится меню, сразу заходим в профиль, смотрим, что там есть. В профиле можно перепривязать видео, которое вы хотите показывать в ротации. Также можно нажать «Настрой», заполнить реквизиты для выплаты, указать свой Payeer кошелек, Kiwi, Advanced Cash или Яндекс.Деньги. Я укажу свой Payeer кошелек и также укажу Яндекс кошелек, потому что с него я, скорее всего, буду оплачивать, покупать новый тариф. Нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы купить платный тариф, переходим во вкладку «Тарифы». Нажимаем «Купить тариф». Я пока что остановлюсь на тарифе «Set». Проект новый, проект свежий. Думаю, что имеет смысл купить платный тариф. Чтобы воспользоваться основными преимуществами этого проекта, причем разница между «Set» и «VIP» в основном в том, что на VIP можно вообще не проходить ротацию. Но мне ротацию пройти несложно, поэтому пока что остановлюсь на тарифе «Set». Для этого нажимаем «Выбрать». Выбираю «Яндекс.Деньги». «Продолжить». «Перейти к оплате», «Продолжить», «Заплатить». И в этом поле вводим пароль, который пришел на телефон. Нажимаем на кнопочку «Заплатить». Перевод успешно завершен, возвращаюсь на сайт. Пишут, что проверка оплаты в процессе, проверяется. Нажмите кнопку «Проверить», чтобы проверить оплату. Нажимаем «Проверить». Ваш текущий тариф «Set». Тариф, я напоминаю, покупается на 1 месяц, дата окончания 16 августа. Ну вот, в принципе, и все. Тариф я купил. Здесь он также отображается наверху. Думаю, что теперь есть возможность попасть в ленту. Нажимаю «Попасть сюда». Ввожу код с картинки. Окей. Вот, как видите, я успешно добавлен в ленту. Неплохой инструмент, так как люди могут перейти на ваш канал не только через ротацию, но и заинтересовавшись вашим каналом в этой ленте.
В разделе «Структура» находится ваша реферальная ссылка для приглашения новых партнеров и также отображается полностью вся ваша структура, плюс реферальный баланс. Также в разделе «Промо» можно найти различные баннеры для приглашения партнеров через социальные сети. Ну вот, в принципе, наверное, все пока на сегодня об этом проекте.